Всем привет! Сегодня мне хочется раскрыть еще одну из важных тем для макраме-любителей, да? Это откуда заказывать все-таки шнуры или где их покупать. У меня есть статья на Яндекс.Дзене по этому поводу, я буду ее немного дублировать, она мне будет помогать. Если вы не хотите смотреть видео, то под видео будет ссылка на статью. И еще, чтобы мы с вами говорили на одном языке, вы должны понимать, что такое хлопковый шнур, шпагат, веревка, чем они отличаются. Если вы не понимаете, то посмотрите предыдущее видео, я оставлю подсказку здесь на него, либо под видео тоже. Итак, давайте начнем. Где же мы с вами можем покупать наши заветные шнуры, шпагаты или веревки? По поводу хлопковых шнуров. Их можно найти намного в больших местах, да, нежели там шпагат и веревку, потому что хлопковый шнур у нас используется для вязания корзин, и очень часто его продают вязальные магазины для того, чтобы, ну, для вязания, то есть там корзинки вяжут, еще вяжут люльки, всякие ковры, все что угодно. И его можно найти, ну, например, в каких-то розничных, да, таких магазинах, либо магазинах, специализирующихся именно на вот этих вот шнурах, либо вместе с трикотажной пряжей, потому что они сейчас пока что идут рука об руку, шнур об шнур. Вот, у нас в Петербурге был такой один магазин, он назывался Визариум. Я не знаю, есть ли он сейчас, находится на Петроградке. Еще в Леонардо я видела, была такая линейка нитей для макраме, но они были очень тоненькие, и я не знаю, как они подойдут. Вот, то есть там можно тоже купить. Еще есть отдельные такие локальные, там в Москве, по городам, всякие магазины, которые продают шнуры. И в конце видео я тоже перечислю эти магазины, и под видео можно будет тоже найти ссылки на них. Но откуда я начинала заказывать, это был сайт «Клубки в корзинке» назывался он. И вот мне казалось, что там цены были очень приятные, было очень много выбора, да, этих шнуров. И находятся они там в разделе «Шнур для вязания» именно. Так, если с хлопковым шнуром все понятно, то откуда же хлопковый шпагат брать? Вот по поводу него сейчас он появляется все больше и больше в рознице. Например, магазин «Дом пряжи» есть такой московский, и в Новосибирске, я знаю, он есть. Вот они делают шпагат, да, и продают, и у них отдельная тоже линейка для макраме. Там можно их найти, что очень удобно. Но все же больше вероятности заказать в различных цветах и по меньшей стоимости это с какой-либо фабрики шнур. Да, ну, фабрики шнуров, которые занимаются не именно макраме, они производят шнуры, естественно, то есть там для туризма, понятно, да, паракорды различные, потом для моряков, назовем это так, вот, и просто для шнурков, для обуви, да, получается, и шпагаты. Ну и в том числе они производят шпагаты, сейчас уже я видела, что делают отдельные для творчества, да, то есть такие фабрики шнуров. С фабрики шнуров, которые я заказываю, она называется Остекс, и там хлопковый шпагат они производят в различных цветах, в различных диаметрах, да, то есть его можно найти там очень много, и цена, ну, сказка, и тем более, что это фабрика шнуров, я ее очень люблю, и она, как бы, минимального заказа у них нет, то есть не нужно на какую-то сумму определенную, вы можете заказать, но доставка, естественно, будет как с обычной фабрики, и займет она, ну, большой промежуток времени, около 2 недель. Я вообще занимаюсь этими совместными закупками, если это интересно, то в моем инстаграме вы можете посмотреть у меня шнур, который продаю и я, в том числе с этой фабрики, либо записаться ко мне в закупку и заказать все вместе, дабы разделить, да, стоимость доставки. Но это лично для Санкт-Петербурга я такое произвожу. Вот, я с вами поделилась своей восхитительной фабрикой Остекс, потому что я ее очень люблю. Я знаю, есть еще у нас на просторах России отличные фабрики, под Челябинском точно. И можно еще где-то найти, я думаю, вот, потому что, ну, я вот как-то нашла для себя эту фабрику и больше не обращалась ни к кому, мне очень все тут нравится, и доставка, и все остальное. Далее, смотрите, если не с фабрики, если вы хотите быстрее, да, то сейчас эта фабрика Остекс, она начала поставлять в Озон, да, и в Яндекс.Маркет свои шнуры, и можно их уже купить там, то есть вообще доставка у вас уменьшается там, ну, сколько, 3 дня, да, 2 дня, чисто со склада привезти, и получается, что вы можете вот уже начать, но цена в 2 раза дороже, аж в 2 просто, ну, по сравнению с фабрикой. Но зато, если прям есть такое сильное желание, вы можете сразу заказать, через 3 дня получить и уже плести, да.
Вот, это для тех, кто желает, и неважно, сколько это стоит. Для тех, кто любит ждать, все-таки можно из фабрики, да, заказать, может быть, побольше, попробовать различные шнуры и подождать, да. Но я отношусь, наверное, к первому типу людей. Я всегда покупаю то, что было бы мне быстрее. Далее крученую веревку. Вот это самый вообще для меня, ну, то есть ее сложно найти. Но я нашла фабрику, с которой можно заказывать. У них есть минимальная сумма заказа от 5000. Пока что я вообще не разобралась, какие там намотки, что, к чему, какой диаметр. Ну, то есть мне это немножко сложновато, и на данный момент я покупаю крученую веревку у людей, которые уже заказали с фабрик. У меня в Петербурге есть вот люди, которые заказывают, и я у них уже перекупаю. Для меня цена кажется идеальной, но она все равно высокая. На крученую веревку высокая цена. Я оставлю тоже, наверное, какую-нибудь пометку под видео, чтобы вы знали. Еще у меня к вам такое пожелание: если вы хотите эту крученую веревку, да, найти, потрогать ее, пощупать, то вы можете обратиться к мастеру по макраме в вашем городе. По-любому он плетет из этой веревки, и он откуда же ведь заказывает ее. Может быть, он также с фабрики заказывает, и может быть, он даже продает. Вы могли попроситься к нему там в закупку, либо просто купить сколько-нибудь метров, чтобы попробовать просто. Ну, это если прям тоже есть дикое желание. И вообще обращайтесь к мастерам по макраме своего города, как-то спрашивайте. Если вы не знаете в своем городе мастеров макраме, то вы можете написать там мастеру, на который вы подписаны, и по-любому он следит за всей этой тусовкой макрамешной, и он знает, возможно, из вашего города. Либо может сделать какой-нибудь, знаете, клик такой в Инстаграме, что мастер макраме из такого города, напишите там, и ему будет легче как бы эту навигацию для вас устроить и помочь вам, если он, конечно, захочет. Но я так делаю. И вот, не бойтесь, обращайтесь к ним, потому что они же тоже берут где-то эти шнуры, и я думаю, им будет даже, может быть, удобно, если заказ будет совместный какой-либо. Но, в общем, эта фабрика, которую я нашла с крученой веревкой, называется ААА Текс. Вот, можете попробовать заказать и оттуда. Но мне там дико сложно на сайте оказалось, потому что я мало что понимаю, у них нужно запрашивать прайс, он приходит на почту, тебе нужно потом звонить. Ва-ва-ва. И так как я любитель все быстро сделать на компьютере, заказать, ни с кем не разговаривать, то мне этот вариант кажется сложным и тяжелым. Но надеюсь, что в скором времени, так как у нас макраме зарождается и все это возобновляется, плетение, то все это будет гораздо проще. Вот, я ни разу, кстати, не заказывала ни зарубежные, никакие. Также, наверное, я могу посоветовать вам ярмарка мастеров, да. Это сайт, где там российские всякие рукодельницы предоставляют свои товары, да, и услуги, и они тоже продают что-то. Но я уверена, они заказывают все это с тех же фабрик, и все это просто перепродается. И список магазинов, которым я хотела бы с вами поделиться, да. Дом пряжи. Далее эко-шнур для вязания Клевер. Ну, я знаю, у них цены просто у этих магазинов очень большие иногда бывают. Лента Корд есть такой магазин. Потом Корди и Rainbow Bird. У них пряжа и также хлопковым шнуром они тоже торгуют. И из таких крупных это на Wildberries, на AliExpress можно заказать, попробовать. Я не делала, потому что я ожидать вообще не умею. И ярмарка мастеров. Так, и у меня тут небольшая приписка. Я уверена, еще многие, да, продают это. Вы можете дополнить этот список в комментариях, либо под видео, да, либо на моей статье тоже. А, но есть ли у каждого из этих магазинов свое производство? Вот что меня волнует. И насчет этого я не в курсе. Может, они заказывают с той же фабрики, что и я. Ну, то есть, кто это знает, да? Я это не люблю уточнять и особо не знаю. Может быть, и в Петербурге у нас где-то что-то есть, но так как это плохо представлено в онлайн, для меня, то я никак не могу их найти, и вот все, поэтому заказываю оттуда, откуда удобно. Все, я вам все рассказала, раскрыла все свои карты, и я надеюсь, что это видео вам было полезным, да, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что было понятно, что было непонятно, и делитесь еще, откуда вы заказываете, найдите то место, откуда вам будет удобно заказывать. Надеюсь, что вам это удастся, и вы оплетете все. Ну все, до новых встреч, пока-пока. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня и настроения.